Yeah, you're. Минус. Бил? Одного. Второго. Парни, зацените новый канал по тематике Таркова. Там как развлекательный, так и полезный контент. Также вы можете принять участие в стримах совместно с автором канала. Поддержите молодого тарковчанина. Ссылка на канал будет в описании под видео. У вас 5 пачка там? Ну, двое, по-моему. Дайте инфу, где вы, где они? Внутри, они один снаружи, у нас наверху, наверху, второй внизу. Где у вас наверху? Тарконе? Тарконе, на втором этаже. Двое у нас. Второй поднялся, да. Сейчас будут гранаты закидывать, Ань. Зажали, хреново. Мы бежим. Не успеете. Орите на них, пугайте их. На гранаты покидай. Они сами стреляют. Скрывается, скрывается, скрывается. Будем играть с ними. У меня кого течение, блин. Блин, ну они только не кинут, сейчас они зайдут. Иду кого-то. Минус один, да. Что сейчас за... Это они гранаты кидают. Так что это где? Дальше прошел. Они ты по верху, да, прошел по этим? Я пошел на скрипучку. Ага. Я блин, ребят, помогите, а? Ну реально хреново. Бежим. Где они, на втором у вас? Да. Они отсюда открывают. Минус один. Еще один на втором. Ему плохо, он в углу. Закрывай двери. Какой угол? Дальний угол от вас. Тут. Еще инфу, где еще? Бегает у нас в коридоре здесь внутри. В коридоре внутри? В коридоре, да, внутри. Вон он дверь открывает, угол. Нету никого у вас. Либо он дверь в комнате. Вы в какой комнате? Мы с флешками. Он там, где я дальше. Странная сетка, которая не простреливается. Это вы не открыли? Да. Все. Нет, не все, минус. Еще одно нашел? Да. Вот это жесть. ЧПДЛ пришли на помощь. Эти сидят, блядь, в комнате. Ну, мы не просто сидели, мы двери закрывали. О, блин. У меня кровотечение, короче. Я не могу похилиться, потому что они вдвоем тут постоянно тусуются. Он что, пытался кинуть гранату, ты ему дверь закрывал, что ли? Да, да, да. Он ее кинул, она закрыла, она в коридоре взорвалась. Прикольно было бы. Погоди. А это не те же, с которыми мы файтились? Я за ним гонялся по всему этажу. Я заберу Black Rock с него. Бери, все бери, все, что хочешь, бери. Жетончик только мне оставь, чтобы это... На видосик потом. Луковой. Короче, вот этот, который в углу, за этой временкой, я в него магазин влил через эту решетку, походу вообще урон не проходит. Ну да. Ты забрал этот круг? Ладно, я на выход. Да. Где там визихи спавнятся? Ну там компы стоят, наверное, где-то рядом с ними. Прям в кучке, да, поднялся? Угу.
Стоял. Может камни слышать? Да хрен его знает. Да. Слева слышу топот. Я отличку вдоль забора камням иду. Кулочка минус один, я. Камни, ой, камни дают агрену. Обхожу более правее, потом налево обратно возьму вдоль забора. Вижу. Минус еще один. Хорош, хорош. Я его прям до себя. По-моему, это не он был. Сашка, а ты стрелял? Нет, нет, по мне Саша стрелял. Значит, выше еще есть, по-моему, где-то. Это я вот наверху. Уверен? Вот между нами с тобой кто-то еще должен сидеть, не? Не знаю. Да! Минус. Хорош. Я у шорох услышал, но не понял где. Забор надо прочекать. О, гранат! Ты где? Понял. А я бегу к вышке и был на камнях. Сайга. Меня. На камнях. Битвиной! Да-да-да. Отходи, отходи. Отходи, отходи. А, это не Паратус, это огромная блокада, такой джек там. Вот вся карта опять на доме. Я еще вот этого сбрил же в кусту, который просто сидел, чилил. Кто? Это вот, которого ты убивал. Пал? Ремингтон. Что хоть за сайга-то у него была? А? Сайга с барабаном такая. Нормальная. На пулях, да? На кошках, скорее всего, да. Может, нет. Да-да. Ну, красный патрон. Come out, you coward! Just let us pass, and you won't die! Летели, конечно, здраво. Я залетел прям быстро на шифте. Я просто жик. Ух ты, ёпты! У меня контакт. Нет. На лэпе. Там у лэпа, нет? Нет. Даю на лэпе. Не на лэпе. Левее в него. Там где... Нет, еще... Двое. Есть и там. И на лэпе, и не на лэпе. Там где переходка по поезду, один там. Я вышел на вешку. Ты там где? Это прокидываю. Заходим. Так, одного вижу. Но второй вот тут был, у воды. Куда-то он делся. Где-то лежит. А, вот валяется еще какой-то. Ты кто? А, все, двоих взорвал. Взорвал двоих? Да. Я на спуск ложил. Третий. Второй пойдет. Сидит крыса. Третий? Да. А где там? Балкон. Он на балконе. Хана тебе, понял? Что такой злой дядя, бля? Ебаный. Не, глян тупо нету, чтоб по нему. Тут вторым выходит. Я. Я. Минус. Одного. Второго. Тише. Да я, господи боже мой. Что вы делаете? Артём. Благо, что эта решетка не простреливается, Артём. Дважды во мне стрелял. Ты убивает? Сейчас сколько троих получается? Плюс одного с пистолета. Пролом иду он на. Он у меня. Где сориентируй? Дорога. Я ближе к скрипучке, он через дорогу. Справа, да? Да. Вижу, за Уралом стоит.
слышу его. Гранаты где взрываются? Да я кидал. Это еще один. Мёс. А как ты их прошел? Ха-ха, где они были? Знаю. Я выходил на выход, ну, сюда прорвался, проторговал. Никого не видел, никто меня не стрелял, и я побежал вперед. Может опять клановые просто? Мы просто слишком... Как это сказать? Мы не используем свой мозг на все 100%. О, на туре! На туре не используем свой мозг на все 100%. Я бегу в твою сторону. Я убил. Вдоль забора. Перед нами ЧВК. Мяс. Золото? Без каски. О, 7 уровень. Да. Там хаешки рвались. Лампы болтаются. О, хае! Шкуры сидят еще. На втором стоит. Возле лесенки на втором. Центральная лестница? Да. Ступеньки. Бегаю к ступенькам по второму. Ты куда ушел? Налево, направо? Я стою по прямой, смотрю коридор. А что, ты? Или он по мне? Нет, он. В комнате он. Прямо. Убил? Нет, я побежал. Там флэш. Еще кто-то есть. Убил в комнате убил. Туалет. Тихо. Второго убил. Шел на первый, хиляюсь. Жив нормально? Я труп. А, ты минус? Больше. Да, я второй убил тот в туалете, который. Ну там в Алпине такой прям максимальный челик. А ну-ка. Убит там шайтан. Так. А этот? Убит там шайтан, да? И ты хочешь прикол? В той комнате прямо по лестнице двое сидел. А чего так кучно сидели, ребят? А, это вот в Алтыне, все, я ж подумал, тут пятеро сидело, оказалось. Я вообще не пережил просто. Ну, тут как бы, ну, в руку убил последнего. Все остальное хорошо полетело. Понял, тупо с багажника через забор прилетел. Да ладно. Трёшка. Так, я пошел. Кажется, второй этаж пристрой. Пройдешь на третий сразу, я второй займусь. Давай, заходи. Бери его на себя. Это решало. Оу, сидит, ждем третий у этой. У Меченки? Да. Да, я разберусь. Не вылазь. Контроль правую, я его полил. Он сидит. Это не он, это труп, я про это и говорю. Да, вон на крыше, походу. Двое! Один слева напротив Меченки. Гранату. Давай. Минус один. Осталось напротив Меченки слева. Дал ему хорошенечко. Ушла хае ему. Достанет. Ой, я слепой. Покажу. К
хилиться. Пушу. Патроны, вид, 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 вид. Я слепой. Значит, я минус вид. Нет, я не минус. Я меня не проходит эта фигня. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Surprise, motherfucker! Минус. Фу! Патроны, конечно, не вовремя кончились вообще. Руку ремонтирую. Прикрываешь коридор? Я вышел, да. Блин, выхожу на него. Патронов нет. Запугал. А, тут двое было справа, что ли? А, нет, это эти, боты. Решаловские. Так, кредит, кредит не полезет, да? Ноги, ноги ему пробивай. О, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Плохо ему дал. Он слепой. У него гранатомет, вид, убиваю. Да не умирает, если ты убьем. Ладно, убил. А я тебе... Не убирает, убили вы его? Здорово. Да, тут такая позиция. Тут, конечно, обзор такой себе в этой позиции. Но если тут будет какой-то чарик сидеть, то, конечно, вообще жесть. А, ты наверх туда залез? Ну. Да, я видел. Да. Там хейт скидывал. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить анонсы новых видео или стримов.